Определилась тройка лидеров. Жители краевой столицы выбрали территории, которые в этом году благоустроят в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Напомним, барнаульцы на протяжении 2 недель участвовали в интернет-голосовании, выбирали территории, которые, на их взгляд, нуждаются в обновлении. Всего 49 мест. Уже поступило свыше 60 тысяч голосов. На данный момент большая часть жителей проголосовала за реставрацию аллеи на улице Исакова и сквера на Панфиловцев. Надо отметить, что это голосование предварительное. Его необходимо закрепить теперь на общественной комиссии, которая в ближайшее время будет собрана. И членами комиссии будет принято решение утвердить и приступить уже непосредственно к проектированию, к разработке эскизных решений.